Продолжаю запись. Время закончилось. 15:26. Так, пора время обедать. Thank you.
Знаете, нас с самого детства учат, надо питаться как минимум 3 раза в день, точно определенное время. А то еще можно там полудники, короче, можно до 5 раз. Когда организм человека приучается 3-5 раз питаться в четко определенное время, то это о том, что, ну, если в это время человек не поест, он будет чувствовать сильный голод. Ну, короче говоря, условный рефлекс. Начиная, допустим, там, 9, скажем, ну, 12, не знаю, там, 4 часа вечера. К этому времени уже организм адаптирован, привыкший. К этому времени уже начинает выделяться желудочный сок. Если пища не поступает, то человек по себе понимает, что он испытывает голод. У меня чувства голода нет. Я ем в абсолютно разное время. Если вы следите за моими записями, то вы можете обратить внимание, что я ем по-разному. Утром стараюсь раньше 9 часов не есть. Но и вечером после 5, после 6 стараюсь не есть, но редко так получается. Вот, говорит о том, что мой организм начинает выделять желудочный сок только после того, как в него попадает пища. И самое главное то, что по сути желудочный сок мне-то и не нужен. То есть в яблоке есть так называемые энзимы. Благодаря энзимам мой организм, желудок, именно сам определяет, что именно нужно выработать. Щелочь, либо кислоту. Но она не настолько концентрированная. Это щелочь, но она не сильно концентрированная. То есть яблоко саморастворяется. В результате та энергия, которая раньше тратилась на переработку, идет на очищение. Организма от шлаков, от токсинов, от ядов, ну и тому подобное. Но у меня этого уже давно нет.
На улице совсем нет, плюс 34. А здесь почти 25.
По поводу зубов хочу добавить. В зеленых, но спелых яблоках много яблочной кислоты. Кислота, какого происхождения она не имела, будь то яблочная, молочная, уксусная, так какая угодно, в принципе. Вызывает разрушение эмали. Чтобы этого не происходило, или по крайней мере, чтобы это происходило в незначительной степени, нужно сделать так, чтобы после пищи, ну, естественно, либо там почистить зубы, пополоскать рот, но это все не то. От кислоты таким образом особо не избавишься. Полоскать, почистить — это хорошо. Но дело в том, что у нас есть естественная защита. Это наша слюна. Может, вы помните рекламу по телевизору жевательной резинки. Время приема пищи во рту нарушается кислотно-щелочной баланс. И жевание жевательной резинки нормализирует уровень pH. То есть, что это значит? Во время пищи выделяется, жевание пищи, значит, выделяется слюна, и таким образом вместе с самой пищей уже она проглатывается, попадает в желудок. То есть, после приема пищи слюны как таковой во рту нет. Вот, значит, щелочь нейтрализует кислоту, обезвреживает ее. Таким образом, pH на нормальном уровне, соблюдается баланс. Вот, я веду к тому, что когда мы жуем жвачку, то есть это своего рода условный рефлекс, что-то жуется, выделяется слюна, и таким образом именно не то, чтобы жвачка помогает защитить зубы, а именно слюна. Таким образом, после приема пищи очень важно, чтобы выделилась слюна. Она щелочная природа, нейтрализует кислоту. Почему очень важно, чтобы, когда мы едим малокислотные продукты, чтобы между зубов не застревали кусочки пищи? Если у нас, допустим, зубочистки такие, да? Ну, конечно, извините, что я вот так вот. Но это все как бы естественный процесс. Короче говоря, по поводу бактерий и микробов. Значительную часть кислоты выделяют эти самые бактерии и микробы. То есть на самом деле ни бактерии, ни микробы не разрушают кислоту, эмаль зубную. Они не могут эмаль разрушить сами по себе. Это нереально, чтобы какая-то бактерия либо микроб разрушила эмаль, прогрыз ее или еще как-то повредил. Это невозможно. Дело в том, что они выделяют кислоту. Грубо говоря, гадят кислотой. Вот эта самая кислота и разрушает эмаль. Поэтому очень важно, чтобы не было кусочка пищи между зубами, чтобы бактерии не размножались. И чтобы слюна была во рту постоянно, желательно. Таким вот образом можно дождаться вечернего или утренней чистки зубов. Да. И сделать все необходимое. А мне надо зубную пасту купить. Вот. Что касается зубов. На самом деле я не думаю, что кто-то будет смотреть мои видео, бы мне того хотелось. По крайней мере, это будет не в ближайшее время. Я рассказываю постепенно, о всяком разном. Никто не будет ждать час, два, три, пока что-то интересное я расскажу. Но в любом случае, я все сразу рассказать не буду. Я как бы сценариев не пишу, текстом не заучиваю. Сразу по ходу дела, допустим, как вот сейчас, да?
То есть как поступает новая информация, новый опыт, я приобретаю знания. Допустим, я чувствую, что мне не хочется пить. Нет у меня жажды. Все, что надо, я получаю с яблоками. Я об этом рассказываю. То есть в комнате 25, на улице 3-4. Я чувствую себя вполне комфортно. Это мой опыт, мои знания. То есть можно без воды обойтись, если есть пища. Я об этом раньше слышал. Это ни для кого не секрет, не открытие, но это теперь уже не просто информация, это уже мой опыт, мои знания. Таким образом, я поделился с вами.
Блин, чувствуешь, что я переел яблок. Желудок уменьшается с каждым разом, когда ты меньше ешь, он становится все меньше и меньше. Но я так люблю яблоки, вот это то, о чем я говорил, это не физический голод, а вот именно вот эта вот привычка, пристрастие. Яблоки закончатся, я с ними распрощаюсь, то же самое, как и с гречкой. Гречку я любил, очень сильно любил.
Она может показаться интересным. Что это такое за книга, что я читаю, не могу оторваться. Расскажу об этом, но не сейчас. Это действительно очень интересная книга. Рассказывать о ней, когда я еще полностью ее не прочитал, она действительно очень большая, порядка 10-12 тысяч страниц. Это книга из, из 12 томов. Вот. Надо до конца ее все-таки осилить. Сейчас 10-й том читаю. Да, я буду постепенно о ней рассказывать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но до этого надо сначала ее прочитать.
17.43.